авторы фильма далеки от бессмысленной идеи забивания камнями давно уже умолкших призраков. Критиковать историю – бессмыслица, ведь факты прошлого сильнее наших, самых сильных, пусть даже самых справедливых рассуждений. Хотелось бы лишь выразить надежду, что как отдельные люди, так и целые группы людей, не осознающие в должной степени или забывающие по безответственности уроки истории, послушали тех, кого мы представляем на экране. Әлиев Тләвәр Мұқтар оғлы. Мән Қазақстанда Жамбыл областында Мерке селосында олмышым, ауылында олмышым. Бабам, қардан келіп бұра, Қазақстана Мерке? Бабам, мәнім Азербайджаннан келіп бұра. Өзі көшіп келіп? Йоқ, оны бұй сіретіл етті. Кім сүрген әлейін? Сталин. Некоторые утверждают, что Сталин столь же суров, сколь велик и загадочен, что нет места однобокому взгляду на историю, сама ее структура противоречива, что созидание невозможно без уничтожения чуждого. Мы же люди попроще, и наши герои, не мудрствуя лукаво, поведают о том, что знают. Казахстан стал при Сталине тюрьмой народов – карачаевцы, болгарцы, чеченцы, ингуши. Когда происходила очистка Грузии и Армении по сталинскому указу, этих территорий от мусульманского элемента и от тюркского элемента, когда и тюрки-месхетинцы, и очень много азербайджанцев. Я встречал азербайджанцев, которые были переселены в Казахстан еще в 37-м году. 37-й. Знаковый, особо продуктивный год. Символ. Бесовский знак. Год расцвета и триумфа новой судебной системы, придававшей огласке в шикарных залах добытые в подземельях основательные аргументы. Создатель обновленной Фемиды эту работу принимал молча. Только просил не думать об экономии запасов бумаги. Вот скорбный документ от 7 декабря 1937 года. Список лиц, подлежащих суду военной коллегии
Верховного суда Союза СССР. Это смертельный список за подписью Иосифа Сталина, Жданова, Молотова. Громадное количество светлейших людей. Вот, смотрите, Буниадзаде Дадаш Ходжаевич, выдающийся государственный деятель. Исмаил Заде Микаил Мушфик Кадыроглы, автор бессмертных стихов, чистейший человек, поэт в высоком смысле слова. Его необходимо было ликвидировать, говоря языком этих людей. Салахов Теймур Гейдаровлу, выдающийся интеллигент, отец нашего замечательного, яркого живописца Таира Теймуровича Салахова. Семья осталась без такого отца. Шашикзаде Ульви Раджаб, ярчайший актер, один из родоначальников национальной сценической культуры в Азербайджане. Это элита, это люди, которые являются звездами, звездами культуры, науки. Это старшины, учителя и ахсакалы. Азербайджанский народ был первой репрессивной классической моделью, которую сталинский режим применил в отношении других народов впоследствии. Да. В 1939 году, в 1941 году против немцев по Волжье и Закавказье. И в 44-м году дали против народов Северного Кавказа. А азербайджанцы были первыми. В 1926 году, это исторический факт, Сталин вызвал академика Мара, языковеда, и сказал: как вы думаете насчет Кавказа без тюрков? Так как Сталин был ярым антитюрком, это общеизвестно, Мар разработал теорию. Но единственным дипломатическим моментом было то, что по совету Мара наших отцов выселили в Среднюю Азию, в Казахстан. В гости, так сказать, к близким родственникам. Иллюзия оказанной любезности. При этом научно обоснованной любезности. Сталинские депортации 28-53 года. Это как раз абсолютно, так сказать, соответствует тем высылкам, которые делались в Азербайджане. Письмо наркома НКВД Ежова, председателю СНК Молотова, о финансировании мероприятий по переселению из Азербайджана в Казахстан. 37 год. Карачаевцев, балкарцев, крымских татар. Все по этнической принадлежности. Никакой другой вины, кроме того, что ты рожден от этого отца и от этой матери. Dünyada en ağır iş yuva bozmaktı. Bizim babalarımızın, atalarımızın yuvasını bozdu Stalin. Вот сейчас вы спрашиваете, как вы думаете, в чем вина, да? И об этом, наверное, до сих пор мы задаемся этими вопросами. В чем же была вина тех неродившихся детей? Эта благородная балкарка не была свидетельницей событий, описываемого нами периода. Сейчас, секундочку. Но сдается нам, что благодаря чувствительности родовой памяти муки, перенесенные предыдущими поколениями, оставили в ее сердце достаточно глубокий след. В чем была вина тех матерей, которые сыновей отправили на войну? Вот по большому счету. И этот вопрос долго еще будет звучать, наверное. Потому что вряд ли кто сможет найти ответ. Geç başlamışıq toplamağı. Lakin bu Türk məşəli millətin özünün savaşa savaş, hörmətə hörmət ideyasından meydana gəlir. Bizim atababalarımız görürsünüz mü? Elə bir böyük əziyyət çəkən bir insan. Bir 3-4 dəfə bundan əvvəl bununla söhbət edildi, heç bu sözləri demirdi. Həmişə mənə deyirdi ki, oldu, keçdi, belə oldu, falan oldu. O günləri yaşamaq mənim üçün çətindir. Daha da onu hatırlamak, onu yaşamak istemiyorum. Cavanlara da deyip kanın karartmak ne lazım? Bak, biz çekmişiz de bunu. Hiç olmazsa cavanlar koy.
37, 44, 53, bunlar hiçbiri birbirinden farklı değil. Ne oldu? Milleti Kafkas bölgesini Sovyet Stalin rejimi isterdi bütün Türklerden imkanı oldukça temizlemek, Gürcistan'ı temizlemek, Kafkas bölgesini temizlemek, bu büyük bir politikaydı. Doğrusu yani bizim millet 1944'te buraya sürgün olundu. Başlarına neler geldi, neler geldi onu biz maalesef çok az hareket edilmişiz. Bütün herkese dünyadaki olan büyük kuruluşları anlatmak için ama doğrudan bizim milletler büyük bir felaket yaşadılar. Umumiyetle Azerbaycan'da 20.667 nefer güllelenmiştir. 37. 50. yıllarda da 110 bin nefer mesuliyete celp olunmuştur. Onların 85 bini emek silah düşergelerine gelerek daha da kayıtmamıştır. Ve 210 bin sürgün edilmiştir. Yani her bir 10. Azerbaycanlı represiye maruz kalmıştır. Трудно поверить. Народ не только свято верил в справедливость режима, но и с радостью рукоплескал его кровавым бесчинствам. Печальная строка в жизни каждого народа. Очень много было репрессировано и самих казахов, которых с Кавказа, с России сюда выселяли, а отсюда репрессированных казахов, репрессированных выселяли в Сибирь. Я интересовался историей развития народов, задавал вопрос, откуда мы, почему мы именно здесь. Осознал, что тюрки – это великий мир, который был. Но почему-то всегда старались о нем, мире этом, не писать. Даже великий Гумилев не сумел в своей книге раскрыть о тюркском мире. Он подходит, но его, тогда ему не дали публиковаться эти свои книги. Познание реального исторического процесса, естественных закономерностей развития и созидательного взаимодействия различных этнических групп едва ли не главный источник и лучшее воплощение человечности, братства народов, интернационализма как историко-философской концепции. Таковы традиции славной российской науки, таков ее моральный облик, сформировавшийся в благодатном евразийском пространстве. Честь и славу российской тюркологии наряду с русскими Березиным, Поливановым, Богородским составляли немцы Бартольд, Радлов, поляк Самойлович, азербайджанец Мирза Казимбек, казах Чокан Велиханов, благородная семья мыслителей-интернационалистов. Выдающийся русский тюрколог Лев Гумилев, прославивший отечество свое, всегда будет примером лучших, основополагающих качеств истинного интеллигента. Называя его имя в нашем фильме, мы не можем не упомянуть того горького факта, что сам ученый, да пребудет душа его в вечном покое, подвергался при жизни жесточайшим преследованиям режима, являясь одной из жертв того страшного времени. Мы в алма-атинской мастерской видного казахстанского скульптора, азербайджанца, заслуженного деятеля искусств, академика Вагифа Рахманова. Знаменитый кинорежиссер Сламбек Таукелов, автор многих фильмов, охватывающих различные периоды истории Казахстана, его коллега Лейла Аранышева, дочь казаха из ссыльной Балкарки, всех нас связывает не только давняя дружба и наше творчество, но, наверное, в не меньшей степени сама история. А казахи сами в это время прошли Голодомор. Голодомор 1929-1932 года по существу унес половину населения. Некоторые статистики, некоторые люди, которые изучают этот вопрос, говорят о том, что эти годы потеряли 70% населения казахов. То есть это была по существу обдуманно проведенная акция уничтожения. Это был геноцид
самый настоящий над этим народом, который владел вот широкими просторами. Смертный приговор был обозначен одним из самых зловещих псевдонимов своего времени – коллективизация. Иначе говоря, обезличивание, отъем имени, памяти, родовой гордости. Началась коллективизация. Почти весь скот отобрали, экспроприировали. Начался великий голод. Потому что казах, для того, чтобы не умереть с голода, он должен был бы хотя бы минимум 3 лошади держать. На одной лошади он ездил, вторую лошадь держал как кобылу, что доил, а на третью лошадь откармливал, чтобы его забить на зиму и до следующей зимы, как, то есть пока жеребенок появится от кобылы. Носогом. Да, носогом. Угу. Когда все оставили, оставили одну лошадь, естественно, а то и всех лошадей забирали, все. И началось бедствие, голод начался. Потом началась Великая Отечественная война, начали ссылать кавказский народ сюда. Этих тоже на верную смерть. Я говорю о целых народах, в том числе и азербайджанцев у нас очень много. Если вам сказать, сколько эшелонов было и сколько их народов привезли, это где-то 181 тысячу человек. Это оттуда вывезли. Сколько сюда доехали, это вопрос статистической точности этой информации. То есть вот это вот первое испытание. Целиком азербайджанский народ Сталин не мог выселить с территории Азербайджана. Потому что Азербайджан был территорией, спасавшей Советский Союз. Единственное место, где добывалась нефть для танков и самолетов. Вот, поэтому за Азербайджан шла битва, чтобы не допустить немцев сюда. Вот. Но когда угроза несколько схлынула, начали выселять азербайджанцев из Армении. Вот, к примеру, специально расписанная театрализованная постановка под кодовым названием «Счастливые изгнанники». Снарядными статистами, отрепетированным профессиональными затейниками музыкальным сопровождением, символизирующими всеобщее ликование увядшими букетами. Невиданное беззаконие, а по сути всего лишь этническая чистка. Общеизвестно, что Азербайджан сыграл особую роль в победе Советского Союза над фашистской Германией. 70% всей тогдашней добычи нефти обеспечивал Баку. Народ Азербайджана трудился, не щадя ни себя, ни богатств своей земли и отдавая все в копилку Великой битвы. Ученые республики разрабатывали новейшие, уникальные типы горючего, обеспечивавшего боеспособность бронетанковых соединений и авиации. Немалую роль в этом процессе играла исключительная природная высококачественность бакинской нефти. Страшно подумать, каким бы мог быть исход войны и к чему привел бы дальнейший ход событий в мире, если бы недра Апшерона не содержали спасительной, судьбоносной, стратегической мощи. Это вовсе не патриотическое преувеличение, не стандартный публицистический ход. Это факт истории. Важность Азербайджана для обороны Советского Союза знали все в мире. Это была не последняя тема, обсуждавшаяся на многих очень серьезных совещаниях того периода. Адольф Гитлер рассматривал этот вопрос с особой тщательностью и с немалым аппетитом. Посмотрите на эти кадры.
Баку, Апшерон, наша нефть. Видит око, да зубней мед. Так, наверное, можно было бы закончить этот исторический эпизод. А это герои. Славный генерал Азиасланов, уроженец Азербайджана немецкого происхождения, известный разведчик Рихард Зорге, воин-интернационалист Мехти Шейдзаде, незабвенный Зия Буньятов, Гафур Мамедов, отважная летчица Зулейха Сейдмамедова, Наджафкули Рафиев. Перечислить всех невозможно, как, впрочем, и забыть их. Хочется задать немало вопросов, часть из коих, на первый взгляд, могут показаться запоздалыми. Вот один из них. А достаточно ли справедливым выглядит изгнание с родной земли как награда за солидарность, честное партнерство, достойную дружбу, воинскую доблесть? Ахская бөлгесінде 40,000 адам саваша кетті. Совет дәулетіне муәрбия кетті. Ама 40,000 адамнан, бахын, 8 қахраман олды. Советлер қахраманы олды. Ама geri dönende o kahramanlar yurdunda öz ailesini tapmadılar, bulmadılar. Ona göre işte böyle bir milletimizin, böyle bir Sovyet'in de bizim milletin karşılığına, bizim milletin bir iyiliğine karşılık bile kahramanları, onların ailelerini öz evinden, öz yurdundan sürmek, işte bu da onların teşekkürü oldu bizim millete. Это была по сути дьявольщина. На ум просто не приходит никакое иное слово, могущее обозначить иезуитский план диктатора, сформировавшийся не без помощи его верных соратников, страдавших, как известно, разнообразными фобиями, комплексами, патологическим шовинизмом и паранойей. Перемещение народов в масштабах громадного пространства, несовместимости векового опыта людей, различных природных условий, уклада жизни. План этот не имел ни малейшего юридического, хозяйственного и тем более социального обоснования, но отражал, очевидно, концепцию политического террора, на котором и держалась власть. Потеряв всякие ориентиры, брели в неизвестную даль стада и караваны, тщетно пытаясь найти в замкнутом пространстве спасение. Тянулись переполненные составы, везущие сотни тысяч невинных людей, погруженных во мрак и не перестающих задавать себе один и тот же, не имеющий ответа вопрос. За что? Ни в священных, ни в канцелярских, ни в судебных книгах нельзя было найти объяснение бесовским манипуляциям, которые с экспериментаторским азартом совершали носители неограниченной власти. Yol tapmazdı. Bir tane zadı deşifler, вагонный ortası. Orada asıldı. Очень много девушек и молодых с ног, они погибли от того, что у них мочевой пузырь, извините за выражение, лопнул. Потому что у нас по нашим обычаям нельзя. Даже хоть и загорожено было, все равно они не могли этого сделать. Сау, крыш, мороз, джамаат, хасаранди, отнек, йог. Аш, йог, чай, йог. Не верим мир. Не имеешь в мире, не чувствуешь. Ничего, чем не любит. Конечно, это была очень большая трагедия для многих народов. И азербайджанцев, других жителей Кавказа, немцев.
Словом, все те, кто не внушал доверия существующему тогда режиму, и эти люди были безвинно наказаны. Сколько выбрасывалось наших стариков, детей, женщин, потому что мужчины-то воевали. Когда их выслали, да, они, во-первых, не знали же, куда, за что. Вот в чем была вина того ребенка, который был в утробе матери? Дьявольщина. Медленное умерщвление сотен тысяч ничем не повинных людей под звуки гвардейских оркестров и фарисейских лозунгов. Святая святых, возникшая в результате тысячелетних природных и исторических процессов, гармония подвергалась беспардонному вмешательству полуграмотных временщиков, редактировавших к тому же и конфигурации рек и озер, питавших землю миллионы лет, чуть ли не у самого порога человеческого жилья, проводивших бессмысленные взрывы, испепеляющие жизнь вокруг на тысячи и тысячи километров. Вспомним трагедию Арала, чудовищные следы, оставленные Семипалатинским полигоном. Все это – результат амбициозной, но и удивительно наивной политики командиров, ослепленных сиюминутными греховными успехами. Греховными и тем, что людей разлучали, как заблагорассудится, что, рисуя рекламные плакаты, прославляющие дружбу народов, взрывали вековую гармонию их сотрудничества. В Баку, как и во всем Азербайджане, представители десятков этнических групп веками жили в согласии и любви. С начала XIX века здесь компактно проживала в полной гармонии с местным населением многочисленная немецкая община. В 1941 году все немцы Азербайджана были депортированы. Я сам родился в Азербайджане, в Баку. В 41-м году, когда это и началось у меня, германская война, в то время это решили, немцев все взять и выслать подальше. Здравствуйте. Бабушка дома? Пускай идет сюда. Это все. Здравствуйте. Как поживаете? Нормально, да? Как поживать? Надо до смерти дожить. Большинство немцев, у них до самой смерти, что называется, на генетическом уровне, был страх власти. Они боялись всего. И мой отец, чтобы как-то успокоить мать, он все время ей предлагал изменить национальность. Вас как величать? Лидия? Лидия Ивановна. Лидия Ивановна, Лидия Ивановна. Лейберт. Угу. Мы из Азербайджана. Я там из была. Баку. Я в Баку родилась. Вы в Баку родились? Да. Выселили, короче. За что вас выселили? Не знаю. Нас на баржу. И до этого. Тоже так же. Да. Одним приходом. Одним приходом мы приехали. В ночь приехали. Это милиции. Это
участковому. И так на порт в доме посадили. Было, что мама говорит, если бы раньше я знала, что нас вышлют. В общем, нас в машину на полуторку посадили и повезли на это наш на порт. Как были в одежде вот такой тонкой, так нас и выслали. Сказали, через месяц вы приедете назад. Обратно. Все. И уже 70 лет, да? И уже 70 лет. Ну, я крестный азербайджанец. Уже, правда, помер тоже давно. А где жил? Он с Баку тоже сюда приехал, с родителями. Ну, как мы все, руку поднимаем, земляк ты, знаешь? Да, отец вон сколько и в городе, на базаре. С мужиками спорит, говорит, сейчас я бесплатно возьму фрукты. Подходит, привет, земляк. Он, какой тебе земляк? Он паспорт достает, я говорю, в Баку родился. Ой, брат, сразу раз, все, насыпали. Нашими соседями были азербайджанцы. И я, ребенок, воспринимал казахский народ, который составлен вот так вот мозаично из немцев, ингушей, азербайджанцев. А семья азербайджанцев, которая рядом жила, они всегда на это самое пекли свои лепешки горячие. И вот всегда угощали. Я до сих пор помню. И я это, естественно, пронес через всю свою жизнь. Вот. И, конечно, уже потом я начал понимать, что в моей душе часть тюркского мира. Uh-huh. Она прочно завоевала мое сердце. Конечно, казахи больше многих народов пострадали. Когда мои предки видели, как эти народы приезжали из эшелона, погружались, голодные, нищие, естественно, не от щедрот своих, не от богатств делились они хлебной долей. Но она в какой-то степени помогла людям, помогала. И они избежали полного очерствления сердца людей, потерявших родину, потерявших свободу, достаток. План Сталина был достаточно продуманным, но время выявило в нем одно неучтенное слабое звено, так называемый человеческий фактор. Феноменальная черта казахского народа. В беспредельной казахской степи обитал невидимый зоркому оку кремлевских аналитиков инстинкт сопричастности, беспредельного, необъяснимо широкого запаса любви, далекой от лозунгов, молчаливой, реальной, спасительной, донорской. Казахи это понимали, что надо этих людей спасать. Они просто поступили по-человечески. То есть они поставили себя на их место, что бы с ними происходило, если бы они, допустим, оказались на чужбине. Положили на стол последний кусок хлеба, начали делить. Благодаря этому эти народы получили здесь вторую родину. Аллах Таала бизе писаряхтан хошбахт илеп кигалеп бара дюшмушек биз. Казахстана дюшмушек, Казах эліна дюшмушек. Kazak cemaati doğrudan da çok konakperver, şirin dilli, böyle canı yanan millet, özleri yediğinden bize yedirdiler. Kazaklarda da hiçbir şey yok idi. Yemeğe inan ki bir su yok idi. Bir evde bir geçi var idiyse, o ayran çocukları herkesine birer istika verirdiler. Kazaklar da yedirdiler bizi. Hele gene sağ olsunlar. Neleri var idi o vaxtı bizlere mesela köməli gelirdiler. Yemek, içmek, süt. Rahimbek deyilen bir çal var idi. Rahimbek de bilirsin. Bunların berkez kaldı. Evet, berkez kaldı. Onlar diyor, gelin ocağınızı yandırırlar. Bunlar bize çok köməli gelirdi. Çünkü kardeşim çok yakışı köməli gelirdiler bize, hürmet edirdiler.
Paşın bir ilə cət bizə yeməyimizi, içməyimizi Qazaq xalqı verdi. Burada Paşın 70 ilcə yaşayırıq, birindən biz pislik görməmişik. Çünki bir millətik. Dilimiz bir, dinimiz bir, millətimiz bir. Bundan başqa bizə nə lazım? Adam gərək dünyada Allah-u Teala deyir ki, bilir, yaxşılığı elə deyir. Onun yaxşılığı yaddan çıxartmıyor. Вы знаете, как они ехали там три дня, трое суток они в порту Баку на, значит, барже находились. Их, слава богу, что были знакомые и друзья бакинцы там приносили на этот пирс, значит, одежду и прочее. И дальше они ехали через Красноводск, ехали, приехали в Казахстан. Их выгрузили около речки Каратал. Прямо в степи. И, казалось бы, они должны были погибнуть. Женщины и дети, ни одного мужчины, понимаете? Но они не только не погибли, они состоялись. И здесь тоже состоялись, и выжили. И благодаря народу. Спасибо казахскому народу. В то время было голод, война, конечно, была, всем она досталась. Ну, большинство, это, как говорится, тепло отдачи, они, спасибо им, помогли выжить. Конечно, хоть это они сами тоже были, это кажется, ну, без еды, ну, хоть пробежишь, это, она хоть это там даст тебе эту кисюшечку чаю, даст выпить там балштак, один-два балштака, как они вот. Сталин режимінің кылынжының далының да кабағының да кесен бір вақты. Ве хақ düşменінің ұшақлары. Ve yerli halk gece bunları gelip komendant görmesin diye, yani bunlar öz hayatların, yani ölüm hükmü cezalanması bir cinayete gedirler. Yani buna dırnağarası cinayet diye, aslında öz kardeşlerinin muhafizesine, onların acından ölmemeyine gedirler bunlar. Komendantın gözünden yayını bunlara ya çörek getirip verirler, ya bunları kaçırdıp oradan helvet aparıp, yedirdip, kaytarıp gönderirler, o düşer diye. Yani ben sebebi söylüyorum ki yalnız bu misalı ben Kazak halkında işitmişim. Demek bu benim zannımca bir halkı menevi cihetten göylere uzatma demektir. Kazakistan benim için çok büyük mektedir. Hayat mektedir. Ведь даже маленькая жизнь, если обрывается, говорят, что гаснет на небе звезда. А мы всегда любуемся звездами. И когда они падают, мы же не понимаем, что это чья-то жизнь угасает. А в то время я представляю, какое было падение звезд. Почему вот все время старики с такой благодарностью относятся к казахскому народу? Просто, вы знаете, то, что я увидела, земля песчаная. И вот эти вот могилки, которые там находились, они почти сравнялись с землей. Там и турки похоронены, и азербайджанцы, и чеченцы. То есть все, кого выслали в то время, и кто туда попал, все могилки там находятся. Но эти могилки огородили бараной, корнями деревьев. Представляете, в степи народ простой, которые остались в деревне, остались в ауле в этом, одни старики. И они, для кого они хранили наши вот эти вот останки? Сегодня, когда я вот всегда говорю, сегодня, когда не чтят живых, они уважают наших мертвых. Как мы можем плохо относиться к казахскому народу? Благодаря тому, что у казахов большая душа, прекрасная душа, благодаря тому, что вот именно казахский народ умеет действительно так подставить свое плечо. Мне хочется возвращаться обратно. Вот тогда я за границей. Почувствовал там в Канаде, думаю, а ведь хочется, оказывается, я не могу без того, что вернуться надо. Увидев много чего в мире, я вернулся в Алматы, в Казахстан. И с большой радостью, с большим вдохновением, с каким-то... Я увидел то, чего раньше не видел, самое главное. Одинокая юрта в степи – это является магнитом для человеческих душ. Он притягивает к себе вот, проезжающих мимо людей. Теперь только мы и дальше должны доказывать свое единство, единство вот, всех нас, доказывать и рассказывать людям, чтобы они больше и глубже понимали это, особенно молодежи. Я хотела посетить эту
святую для меня землю Казахстана, где я родилась, куда была сослана моя бабушка с маленькими детьми. Я помню, перед ее смертью за месяц я ее отвезла в Казахстан. Она прям потянулась. Хочется притронуться к тому месту, сказать спасибо земле Казахстана. Она защитила, она пригрела на своей груди. Если бы не казахский народ, наверное, бы они бы не выжили и не было бы меня. Я ее взяла, повезла бабушку. Буквально через месяц она умерла. Сейчас я думаю, что, наверное, она почувствовала свою смерть. Она захотела быть захоронена на этой земле. Когда мы уже на пороге завершения работы, хотелось бы поделиться некоторыми тревогами, сопровождавшими нас в пути. Не содержит ли наш фильм слишком много горечи, с трудом сдерживаемых слез, укоренившихся в людских душах боли, гнева, быть может, даже ненависти? Принесет ли наша работа пользу людям или навредит им? Тронет ли их сердца или оставит их равнодушными? Мы не считаем себя вправе высказываться в этом плане. Гарантировать можем лишь одно. В фильме нет фальши. Ни в словах людей, ни в том, что вы видите на экране. Все это правда. Для кого-то давным-давно известное, а для кого, кто знает, могущее когда-нибудь стать откровением. Правда, надеемся, и то, что люди, которых мы показали, далеки от безвольного и монотонного оплакивания своих несчастий и изуродованной судьбы отцов и матерей. Мы обращаем наш взгляд к тем, кто на другом берегу Каспия. Если наш фильм содержит в себе достаточную долю человечности, тепла и воли к жизни, то я думаю, что это в значительной степени благодаря той волшебной энергии, той удивительной энергии, которую излучает Казахстан и люди этой земли. Спасибо вам, братья. И еще. Мы очень ценим идеи, содержащиеся в работах выдающегося русского ученого Льва Николаевича Гумилева. Общеизвестно, что все тюркские народы наделены, помимо прочих талантов, удивительной способностью преодолевать исторические депрессии всякого рода и выходить из любых столкновений с окружающим миром не изнуренными и растерянными, но, напротив, словно получившими новое рождение. Ağacın budakları er. Eğer biz kökümüzü zömelli temiz saklamasak,
o butaklar büyürmez. Bak görürsünüz mü? Azerbaycan bizim prezidentimiz de öz prezidenti kimi ikisini barabar yakın sayırlar. Это сближает наши народы. Я думаю, что будущее за большой дружбой наших народов. Нас не разделяет, а только объединяет наш Каспий, наше море.